Мы помогаем людям в сложной жизненной ситуации продуктами питания. Для этого устанавливаем специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах. Люди видят наши боксы, берут чуть больше продуктов и оставляют их в наших ящиках, а мы уже потом их перераспределяем, собираем наборы и передаем нуждающимся. Отличное трехстороннее партнерство. С одной стороны мы, с другой стороны торговая сеть «Покупайка» и фонд «Милосердие», социальный партнер группы НЛМК. Через «Милосердие» мы как раз распределяем собранные продукты, потому что эта организация давно существует в Липецке, она знает, кому эти продукты нужны, и осуществляет эту логистику. Благодаря такому замечательному проекту мы не только помогаем нуждающимся людям, которым нужны продукты, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но и таким образом развиваем культуру благотворительности в России. Ведь очень много людей испытывают внутреннюю потребность помогать другим, просто не знают, как это сделать. И вот это один из доступных механизмов, как помочь нуждающимся, не затратив там никаких усилий, а просто, согласно своему душевному порыву, помочь. Семьи, допустим, мамы-одиночки, которые они вообще с ограниченным финансовым бюджетом, им уже не скажешь, там, ребеночку, да, я там не куплю себе тебе сегодня печенье, потому что у меня денег на это, да, тянет тебя, что-то от тебя хочет бесконечно. Ну, это трогает, и хочется помогать.